производства, либо есть просто задача наказать Алишера за то, что вот он Алишер Моргенштерн. Знаете, как есть статья 210 в Уголовном кодексе, занятие высшего положения в преступной иерархии. Может быть, здесь в административке будет занятие высшего положения в шоу-бизнесе. Настроение боевое, благодарю. Как открываешь? В порядке. Как я... нога. А? Как нога. Да у меня не с ногами проблемы. Зачем? В общем, у меня подозрение на камешке, в почках. Вот, но я не мог пропустить такое событие. Все-таки дело важное. Как думаешь, следователи все твои песни послушали? Я надеюсь, да. Потому что хорошая музыка не помешает таким серьезным людям. Почему все это началось вообще, эти дела, прослушивание писем, поиск этих наркотиков, пропаганды и всего остального? Потому что кому-то это нужно. Алишер, а если запретят деятельность, вы пострадаете из-за... Есть судебный процесс и судебный. Ну, я думаю, адекватные люди просто смеются над этим, как и мы. Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Конечно. А штраф по миллиону, это много для вас? Или вам легко можно отдаются эти деньги? Спасибо за вопрос. Нас не пропускают. Кого? Алишер, а почему такой показной травм? Я тоже не пропускаю. Только шли одного. Сергей, а я с женой-то могу зайти? Жену не пускают. Жену допустите. Не пускают. Алишер, жену. Почему у вас сегодня такой траур внешний? Нам нужен... Потому что мы скорбим по адекватности и по восприятию творчества в современной России. А почему жену это не пускают? Я не понимаю этого. Вот это уже бесчеловечно, я считаю. Суд. Это мой первый суд. Почтение. Спасибо большое. Типа кинжал, но он не острый. Ну, это надо будет оставить. Хотя бы уважаемый! Сравнение с первым днем вообще летает. На первый день, когда был позавчера? Когда первый день был, не помню. Позавчера. Да, постараюсь. Ну что? Хорошо. Я очень переживаю за своего молодого человека. Мне просто упомянуть. Мы очень ценно идемся. Какая именно вам интересна? Сколько долларов? Нет, на коляске это же на ваш премию. Если выиграю, ну конечно. Не сейчас об этом. Об этом не сейчас. Хотя давайте сейчас.